В Устьянском Улусе затруднена доставка ресурсов в район. Проблемы возникли из-за бездорожья. Круглосуточно идут работы по пробивке автозимников, пока тщетно. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. А о том, что происходит на сегодня, в репортаже Туяры Семеновой. С наступлением зимы с октября и ноября месяца в Усянском Улусе начались аномальные природные осадки, сильные ветра и выпало много снега, что явилось препятствием для работы дорожника по трассе Усть-Куйга-Депутатский, Усть-Куйга-Нижний Янск. Чрезвычайная ситуация в районе введена вчера решением Улусной КЧС. На сегодня ситуация с утра, значит, по маршруту Куйга-Депутатский остается на том же уровне. То, что вчера Алексей Михайлович Кривошапкин доложил, что 5 километров продвинулось в сторону Куйги, за ночь все задуто. Такая же ситуация по маршруту Куйга-Нижнян. Поэтому в срочном порядке надо сейчас изыскивать возможности. Чем больше бульдозеров, как минимум 4-5 единиц. Ну, по состоянию на 2 февраля ситуация остается критической. Благодаря усилиям янских сетей Сахаэнерго, значит, мы увеличили объем топлива на ДЭС Устьяна, ДЭС Хаир. Буквально в 3 ночи раскачались машины, ушли с Хаира. Сняли там на небольшой срок режим напряженности. Теперь у нас, значит, следующее, как снежный ком катится, это ДЭС Сайлык. Ну и, соответственно, в поселке Депутатский это снабжение дизельным топливом, каменным углем. Основная проблема, как все уже прекрасно знают, из-за погодных условий, отсутствие дороги. На данном этапе по этой же причине, значит, стоит две машины, уже третьи сутки янских сетей посередине дороги. Дорожники пока к ним пробиться не могут. Вчера с поселка Усть-Куйга в Депутатский привезли вертолетом пассажиров, которые застряли в поселке Усть-Куйга из-за бездорожья. Пассажиры в течение 5-6 дней вынуждены были оставаться в поселке Усть-Куйга. Улусная администрация пассажирам помогла приобрести авиабилеты на вертолет и платила деньги за проживание в гостинице. Но все равно в поселке Усть-Куйга на сегодня накопилось большое количество жителей Улуса, Снослюгов, Казачья, Тумат, Хаир, Усьяна, которые едут в Депутатский, кто на медосмотр, кто должен лететь в Якутск. Туяра Семенова, НВК Саха, поселок Депутатский.